Теперь давайте следующую идею. Следующая идея. Ориген верил во всеобщее спасение. Всеобщее, да? Да. Как это слово называется? Катараксис. Такое слово специально есть греческое. Он верил во всеобщее спасение. Ад не вечен. Сатана тоже вернется в прежнее блаженное состояние созерцания слова. Его эсхатология, тут еще третья идея, предполагает не окончательное восстановление. Будут другие миры, а при свободе интеллекта возникнут и новые материальные миры, и снова будет процесс восстановления. Раз новый материальный мир возникает, материя противится духу, и возникают новые. Все эти взгляды Оригена не ортодоксальные. Но он, когда их выражал, он не настаивал на этом. Он говорил, это мое личное мнение. И кроме того, рукописи вот утрачены, мы не можем проследить это все. Но вот это очень такая тоже мысль, что будут другие миры, новые материальные миры, снова будет процесс восстановления. Теперь, значит, о личности и труде Христа. Ориген считал, что душа Иисуса Христа имела предсуществование, как и все другие, и была соединена с Логосом. До воплощения было полное взаимопроникновение Христа и Логоса. Тоже повторилось при воплощении. Даже тело Христа было пронизано Логосом. Оригену с трудом удавалось соединить две природы Христа. Кто-то из отцов церкви сказал, на соборах была решена проблема божественности Христа на первом соборе. Но потом будет решаться вопрос, кто Христос в отношении нас, и что, кто Он как человек. И на это уйдет, там что-то 30 лет уйдет на осмысление и понимание этой идеи, что Он человек. И есть тайна, которая до сих пор не решена еще. Это тайна самого человека. Мы с вами такие таинственные. Державин сказал, я червь, я Бог, я человек. Ну, я могу добавить еще, что человек – существо, которое открыто демоническим силам тоже, сатанинским силам тоже. Никакое... так говорить о том, что мы там как животные, это нельзя так обижать животных, потому что, ну, когда вот мы там смотрим на как фашисты, какие опыты делали над себе подобными в концлагерях, а когда газами травили, это что, это сатанинское уже, правда ведь? Это, а это все, это люди, это человеки. Поэтому тайна человека, она вообще еще к ней не подступали, еще нужны соборы. Что такое человек? Вот. Искупление. Господствующая мысль Оригена была, он не перешагнул этой идеи, что Христос – врач, учитель, законодатель и пример. Для грешников это врач. Для очищенных он учитель. Для своего народа он законодатель. Для своих учеников и последователей он пример добродетельной жизни. И он считает, что спасение верующих зависит от страдания и смерти Христа. Зависит от страданий. И в чем же он видит зависимость от страданий Христа? Он считает так, что Христос перехитрил сатану. Он предложил ему себя как выкуп. А тот принял, не сознавая, что он не удержит в смерти безгрешного и бессмертного. Знаете, мне приходилось такие работы читать, как сатана говорит, ну он же совсем как человек. Он же совсем как смертный. Он же совсем как Адам. Он же совсем как все люди, которых так прекрасно я обманывал. И он заглотал
и подавился, потому что он не может удержать в смерти бессмертного, безгрешного. Искупительная сила его смерти простирается за пределы его жизни, поэтому всеобщее искупление. То есть идея перехитрил сатану. Тот подумал, что это очень похоже на человека. Хам, и нет его. Ориген признает свободную волю человека. Насчет свободной воли – это… Свобода воли – это не библейское выражение. Оно происходит от стоиков. Тертуллиан ввел его в богословие. Августин говорил об ограниченности свободы и о склонности ее ко злу. В реформации большой такой том Эразм Роттердамский напишет о свободе воли. Ему Лютер ответит таким же томом о рабстве воли. Какая же воля свободная в падшем человеке? Не то делаю, что хочу. А что хочу, того не делаю. Так вот, Ориген признает свободную волю человека, которая способна повернуть к добру и принять предложенное спасение. Вы заметили или нет, все отцы церкви недооценивали первородный грех и поэтому считали, что человек может. Он захотел, и он повернул к Богу. Он захотел, и он уверовал. Но мы же знаем, как это все сложно. Я хочу, мне нравится. И разум принимает, и душе моей нравится. И никак. Реформаторы – великие люди, которые сказали, если Бог не освободит, ты не можешь освободиться. Он высоко очень понимает Евхаристию. Это участие в бессмертии. Мне очень нравится. Евхаристия – участие в бессмертии, так как во время нее происходит соединение со Христом и Божественным Духом. Но мы понимаем, что это не только во время Евхаристии происходит. Это вся наша жизнь – соединение со Христом и Божественным Духом. Главный его интерес – взлетать в духовных комментариях, искать точки соприкосновения Платона и Библии. Ну, и вот у него тут целый ряд образов, мистических значений этим образов. О нем сказали так, один богослов, что Ориген превращает Библию в божественную головоломку, решение, которое заключено в груди самого Оригена. Вот. Каких правил он держался, которые ортодоксальный, православный. Человек не может познать Бога. Он невидим и для очей, и для интеллекта. Вот это вот общее убеждение. Протестантам это кажется очень странным. Как же мы можем не можем познать, когда это Отец наш, и мы молимся Отче наш, и Он открывает нам себя в прощении, в том, что понимает нас. Мы получаем облегчение, когда помолимся Ему, мы получаем ответы от Него. Я не понимаю, как это можно говорить, что мы не можем познать. Ну ладно, во всяком случае, это вот такое убеждение было в той церкви. Значит, антропоморфологический язык о Боге надо понимать аллегорически. Ну, когда Бог говорит, я поднял руку свою, я вижу очами своими, он просто использует, да, надо аллегорически. Бог один, абсолютное единство против многоликости приходящего мира. И следующее утверждение – Бог троичен. Учение Оригена о Троице и о Духе Святом стали главными источниками дебатов. Это все выразится на Первом соборе. Ориген оказал огромное влияние на Восточную Церковь, несмотря на все гонения против него.
Все выдающиеся богословы были оригенистами. Я назову вам сейчас. Историк Евсевий, оригенист. Афанасий, герой Первого собора, оригенист. Василий Великий, Григорий Низкий, Григорий Назианзин, все каппадокийские отцы, оригенисты. Никто не принимал его целиком, но все были под его влиянием. А влияние было его такое вот, такое вот. Вот Бог, то есть великая, переворачивающая жизнь, жертвенная, величие истины. Понимаете ли, он не мог веровать по-куриному вот, или по обычаю, или как положено. Ну, сегодня чего, воскресенье, ну, в церковь надо идти. Или надо что-то в Библии прочитать. Или, понимаете, то есть он совершенно не мыслил. Он категорически против этого. Ты христианин, ты должен понимать, кто ты есть. И понимать, где ты был раньше, где ты будешь потом, какой смысл твоей жизни. Послушайте некоторые его слова. Поистине, до Иисуса Писание было водой, но после Иисуса стало для нас вином, в которое Он его притворил. Христос был послан не только для того, чтобы быть узнанным, но также и для того, чтобы остаться сокрытым. Вам что-то приходит из Писания в голову для подтверждения этого? До конца ли открыл себя Христос? Почему ученики в какой-то момент им и страх овладевал? Они понимали, это не человек. Они боялись спросить его, помните? А как так получалось, когда его схватили, надо понимать, схватили, и хотели сбросить с горы, а он между ними прошел? Как это? Когда он усмирил море, там стал вопрос, кто это, которого убили? Вот это я вам с этого начала, с этого богословия началось. Да? И он открыл себя, но он и остался сокрытым. О нем написано так. Род его кто изъяснит, ибо вземлится от земли жизнь его. Кто изъяснит его род? Но мы все знаем его родословие. Мы все прекрасно знаем, что генетически он совсем не из этого рода. Он избрал быть из этого рода. Он с нами, он показал, что он вошел в жизнь вот в этом. А теперь, когда он, его жизнь взята от земли, кто остался из его рода здесь? Где его дети, внуки? Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Он пришел неведомо, и он ушел. А кто... Но написано, что он пренебрег посрамление, потому что перед ним была предлежащая слава и радость предлежащая. Это мы с вами. Это огромное его родство, его семья. Мы все знаем. И это тоже одна из неточностей перевода. Там не сказано «ради предлежащей ему славы». Нужно говорить «ради». Ради предлежащей славы. Пренебрег посрамление. Пренебрег – это внимание не обращал. Посрамление. Это Евреям 12, да? Ну, давайте, пожалуйста, первый стих прочитай там. «Посему, имея вокруг себя такой образ свидетелей, свергнем себя всякое время, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия».
Да не вместо, а ради нужно читать. Потому что никак... Радость-то предлежит впереди там, ради нее. А почему вместо? Какая... То есть это бессмыслица просто, если вместо. Именно что он получит эту радость. Ну ладно, это значит... Послушайте из песни песни, как он интерпретирует ее. Слова как бы Христа. «Я проложил тебе путь, я разорвал твои путы, приди же ко мне, возлюбленная моя. Душа моя истомилась до смерти из-за тебя. Я воскрес из мертвых, сломав жало смерти и развязав путы ада, поэтому говорю тебе, встань, возлюбленная моя, выйди». О, какое понимание. Я, душа моя, истомилась до смерти из-за тебя. Но мы все знаем слова. Бог возлюбил мир. Вот почему возлюбил? Почему ему так дороги? Такие слабые, немощные, грешные, ничтожные. Почему он так любит нас? Я где-то прочитала. Даже кто людей, когда человек полон силы, его тянет к слабому как-то помочь, поддержать, потому что силен. Попытка такая объяснить. Он всеми нами занимается, когда мы читаем Писание. Дух носился над бездной, над этой безвидной пуста. И так непрерывно, все время. И сейчас. Он занимается нами. Псалом 69:6. «Я же беден и нищ». Слова эти, говорит Христос, тот, кто добровольно сделался нищим из любви к человеку, чтобы сделать человека богачом, обнищал ради нас. То есть вы понимаете, как он личностно и глубоко понимал то, что сделал Христос. И выражал это так, что все заслушивались. Хотя не могли уразуметь или не могли принять то, что он говорит.